Власти Таллина нашли оригинальный способ борьбы с пробками. Мэрия решила сделать проезд в общественном транспорте полностью бесплатным, чтобы многие автовладельцы соблазнились и освободили дороги от своих машин. Правда, даром будут возить только жителей самого Таллина, а из приезжих – учащихся и пенсионеров. Будет ли проезд бесплатным и в России, мы расскажем в наших следующих выпусках.